В доме Гончарова открылась выставка картин под названием «Неизвестный Пластов». В экспозиции всего 7 работ. Ранее они никогда не выставлялись, и большинство рисунков были созданы Аркадием Александровичем, когда он не был известным мастером. Одно из центральных полотен – автопортрет молодого художника. Особенностью этих работ является то, что в основном все они написаны в ранние годы. Здесь есть работы, которые написаны в начале 20 века. То есть Пластов их писал еще до того, как получал профессиональное образование в Москве. Хотя и происходил он, конечно, из семьи иконописцев. Но работы, как, например, датированы 1910 годом, а значит, ему всего 17 лет. Часть работ поступила в фонды музея от однокурсника Пластова, часть от родственников художника Дмитрия Архангельского. Выставка «Неизвестный Пластов» открыта ежедневно до 2 октября, выходной понедельник.